3 января 2018 год, Харьков, 19:35 по Киеву. Позавчера было суперлуния, луна была в Перигее, на ближайшем расстоянии от Земли, при полной луне получается так называемая суперлуния. В Харькове плюс 3, но все равно воздух гораздо чище, чем при летних съемках, очевидно. Более высокое качество, более высокая прозрачность воздуха. Высокая прозрачность. Большая прозрачность воздуха, короче. Упс. Не убегать. Сейчас еще метеоритный поток Квадрантиды, но шансов в Харькове его увидеть, конечно, маловато. Город сияет огнями, но и полнолуние не способствует тому, чтобы метеориты замечать в лунном свете. Красавица, луна, красавица. Сбежал. Будем искать.
как раз сегодня пик этого метеоритного потока. Ну, я так смотрю, небо освещено чуть ли не как в пасмурную погоду днем. Так что, кроме того, и облачность небольшая есть. Даже и пытаться, наверное, не буду что-то поймать в объектив. Триста пятьдесят семь тысяч километров от балкона до Луны. Сколько это получилось? Ух ты! Летучая мышь, ничего б себе! Вот это январчик у нас. Еще так тебя поснимаем. Не, да посмотри, действительно, летучие мыши летают. Плюс 7 на послезавтра, 5 температурных рекордов за декабрь месяц. Ну, сейчас в кадр попадет 100%. На фоне Луны было бы очень даже знатно. Ну, сейчас он меньше. Может, заснимет ее. Да, на фоне такой Луны эффекта не будет. Упс. Да. При 200-кратном увеличении попробую поймать. Малейшее движение. Что-то посмотри, зараза. Это фонарик. Ладно, буду ждать, пока сама вылезет. О, а вон и облачко. Вовремя я поснимал, сейчас все будет.